Повредил окна и двери одного из жилых домов. Накануне на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина из-под земли забил фонтан, который достигал нескольких метров в высоту. Как нам рассказали, правда, не на камеру, сотрудники аптеки, расположенной на первом этаже дома и принявшей на себя основной удар, пострадавших среди сотрудников и посетителей не было. Однако, по их словам, напор воды был настолько сильным, что поднимал в воздух тротуарную плитку и камни. Имуществу аптеки причинен значительный ущерб. В сибирской генерирующей компании подтвердили, что авария произошла из-за порыва трубы в ходе опрессовки. Там же сообщили, что сети в этом месте отремонтируют до 11 июля. Обещают привести в порядок тротуар.